То есть такая психогеографическая практика, придуманная французским философом Леваком и Дебором. Зацепа, щепок, Даниловский, 26-й трамвай, Донской, бывшая Кащенко, Орджоникидзе, Черемушки, профсоюзные, дальше вперед и вверх. О, двоеноженный механизм конвертирует километры непонятно во что. Тикают ходики в желтых штанах и черных кроссовках. Булькает спиритус вини в специальном резервуаре под грудью. Щелкают, щелкают шагомеры. 14 километров прошел. В коньяке растворяются килопройденные пешкилометры. А наши верника, где живут аспирант и студент, и крыса, где маленькая община, пламенноокий, альбинос, пачи снега, патер Кристофер учит так. Придет человек, ногой наступит, ни щедрости, ни сострадания, ни красоты. Его кунг-фу лучше, чем звезды, лежащие на тарелке, невелики, далеки и мелкие. Тьма, обжигающая пищевод, полусуха и красна. Ну так вот, я не того хотел, а еще я ничего не хотел вообще. Звезды, наколотые на вилке, тьма, содержащаяся в бутылке. Пьяная песня моя, это не я. Лежа. Этот текст был написан после того, как я участвовал в масленичных гуляниях в каком-то подмосковном городе. Мне сильно ушибли бок, так что я даже думал, что я сломал ребра. На самом деле нет. Но я получил большую духовную пользу от этого случая. По этому поводу написал текст. С тех пор, как Господь мой ударил меня под ребра, я закрыл это место плотью, закрыл это место кожей. Я лежу на кровати, и на кровати лежа лежу, как придавленный бревнами. Бог живет в моих ребрах. Лежать на спине монашество, отсечение воли, пассивное созерцание, почти никакой боли. Когда затевается вправо вращение, это есть деятельное служение. Такое есть коли есть дерзновение телом почувствовать Бога, стон, как рехтень цвета левого бога. Где мудрец, где совопросник века сего? Лежит на кровати и умирает. Одной ноги нет, другая есть, но совсем не такая, как надо. Состояние неудобно осознаваемое. Лицо на бок, сикость на кость. На дне ЖКТ, лужа волокордина, комната пахнет старушкой. Белая палата, крашеная дверь, чистая белая чашка, белый пустой инбокс. 100 килотонн кислородного снега, Беллинсгаузен. Вот альбедо, о коем я читал у Дугина. Дай ответы, альбедо. Нет никаких ответов, но положа руку на сердце, ведь нет и вопросов. Все понятно, и можно идти проповедовать. Обезвопрошенный совопросник доживает до 7:11 утра и выходит на проповедь, проповедует стенам, волокордину и правой ноге, проповедует атомам водорода и гелия, электронам, нейтронам, прелестным, истинным, очарованным кваркам. Странные кварки побивают его сигналы. Знамение. 3:45 по полуночи. Всюду летают серые хлопья. С моря тянет керосином и медью. Красные спешат огоньки. На техническом этаже тревожная суета. Говорят, были ранены. В небе клочьями туч написано. Хорошее настроение. Стоп, гражданин. Это проверка ваших документов. Лезешь в карман за паспортом, а нащупываешь записку зелеными чернилами. Ты в безопасности. Некоторый человек, умерев, попадает в пустую комнату, где нет ничего, кроме надписи на стене. Утро. Ты бессмертный. Это называете вы 5 утра. 5 утра, 5 чуланчиков. Мимо величественно прошла машина времени для путешествия в настоящее. Чуткое теплое небо. Чуткие метки на нем огнеметчик. Чуть прижечь огнеметом вся внутренняя моя, прижигаемая, щутится, как целокупность. Зло приобретенье спеклось с памятозлобием и вместе составили личность, но огонь различает. Остаются каленые пятнышки, теплая дробь. Солнце, Меркурий, Венера, Земля,
Марс. Каждое пятнышко на свой часик. Каждый часик свою радость. Зомби-апокалипсис. Кому от меня прилетело в плотяное забрало? Кому я мясной разбил циферблат? Люди, люди, 2000 не имеет значения какой год, почти конец. На углу большой и малого стены подверены, повапленные гробы столкнулись и стоят бедные красные Ауди и фиолетовый Хаммер. Язык Иль присохлый к небу, распух в страшные времена. Страшнее всего, что на эскалаторе сзади-то кто-то прыгнет, продрогнет, прянет, часик в радость. Мне хозяин вчера это самое и сразу лопнул. Я не думал, что времена наступят, не думал, не чувствовал. К чаю воскресенье этого человека все мы станем хорошими. Мир дому нашему общему.